Очередная иллюстрация слов ваших, в частности, это Александра, о том, что Кудо, несмотря на всю жесткость, вид спорта безопасный. Ну и полуфинал за номером 2, где сойдутся Ирина Быкова, которая в белом доге. Узнаете безошибочно по манере ведения схватки против. После этого поединка перерыв. Юлии Очиевой из города Борисоглебска. Воронежской области. Всем. Она в синем доге, соответственно, но я не знаю, с Ириной Быковой сейчас хоть какая-то соперница в состоянии что-то сделать. Но с Ириной Быковой в состоянии справиться ее тренер Владимир Визорин, который ее подготовил. Она уже 18-кратная чемпионка России, чемпионка мира, чемпионка Европы. И тот самый человек, который воспитал ее, который дал ей в руки то умение, которым она так успешно пользуется. Старший тренер сборной России. Многих нынешних, даже теперь уже судей, не говорю, что спортсменов он воспитал, в том числе я считаю себя ее учеником, заслуженный мастер своего дела. Вот. Как интересно, обратите внимание, да. Раскрою маленький секрет. Ирина Быкова в предыдущем поединке. Ох, как интересно. Левый, левый, правый, попало. В предыдущем поединке. Ну что ж, это, наверное, все тот самый удар левой по печени, о котором мы с вами говорили полчаса назад. Она получила травму правой кисти. Да, я смотрю, она правой рукой не работает. Практически не работал, да, все это время. Ну что ж, это был нокаут. Обратите внимание, как вот корпус, он, голова, под локоть. Еще голова. Одна голова. И потом уже, ну, в довесок правая рука, которая, в общем-то, можно уже было и не наносить удар. Ну что, зрелищно. Да. Очень зрелищно, здесь динамично, все, напористо. Победа одержала Быкова. Ясно, Ирина, нокаут по печени. Да, ну и... В финале мы увидим аккурат старых подруг соперниц Дмитриеву, Елену и Ирину Быкову. Еще раз насладимся вот этим великолепным ударом. Четвертое место. Пожалуйста, быть готовым к репетиции в кимоно. Не расходитесь. Я посмотрела в детстве «Кровавый спорт» с Ван Даммом, ну, всем известный и фильм, и как бы решила для себя, что я хочу этим заниматься, и так получилось, что я попала именно вот в этот вид спорта. Ранее он назывался «Дайдо-джуку карате-до», вот, и спустя вот энное количество времени его переименовали в кудо-сенсей.